голосуем. Кировские продажи в Освоясе. Конфликт был исчерпан. Россия предпочла свою мощь на территории СНГ. Корабли России возвращались. Я была не очень хорошая обстановка. Они еще продал при власти. И долгое время кораблям не давали за эти. Когда был 2017 договор об аренде, продлили до 2042. Кстати, потом очень долго какие-то люди ходили по братской близке на площади Нахимова. Раздавали диск бесплатно всем, чуть под названием «Война». Я взяла его, посмотрела. Там была пропаганда, что это Россия напала на Грузию. И у меня были спасанки в Америке, они говорили, что наконец-то увидели что-то более-менее современное. Перед нами два красивых корабля защитной окраски. Парагенные российские корабли на воздушной подушке типа катамаран. В 1997 году они вошли в состав Черноморского флота России по ударному потенциалу на Черном море. Им не правда, как говорят. Высокая скорость 93 км в час позволяет таким кораблям не попадать за кадр самонаводящихся ракет. По этой же самопричинник не успевает догнать торпеды. Мореходность до 8 баллов. 616-ю саму называется, что переводит ветер пустыни. 615-ю пора ветер в российских. Оба относятся к высшим рангам. Когда они идут на полной скорости, кажется, как и вот этот моряк в кадре. Ну опять же, насколько они современные? Сейчас 2013. Время подошли к стоянке Украины. Посмотрите, рядышком совершенно стоят корабли. Нормально мы живем. Там перегородочка и курилка даже у ребят одна. Как говорится, в нем русскую водку, закусывая украинским салом. Итак, Кубинцот, плавучая база Донбасс, плавучая мастерская. На борту хорошо подготовлены специалисты, оборудование, также цеха, которые могут вытащить недостающий деталь в открытом море, тем самым устранив неисправность корабля. То есть это целый завод на воде. Кубинцот 10. Корабль управления Славутича. Он координирует действия украинских кораблей в акваторию Черного моря. Еще можно думать, как штатный корабль. Отсюда идут приказы на другие корабли. У-130, флагман военно-морских сил Украины, Гетман, Сагра и Дачник. На Западе такие корабли относятся к фрегату, в России такие корабли относятся сторожево, очень хорошо вооружен. Бедные аппараты, на бомбометные смотри, снимки, попы, спасан. Конечно, помощностью выступает гвардейский крейсер Москва, который сторожил в России много. Но и Украине же нужен свой флаг. Но так исторически сложилось, что Украина с Севастопольской области занимает только один год, это включалось. Не включалось на России до 2042 года, в январе. Это не все корабли Украины. Некоторые научены в открытом море, некоторые на ремонте, некоторые в заливе до Нузла. Что давать, наверное, вместе со вспомогательством? По России... Два раза больше. Даже, наверное, в три. Часть российской, наши различные военные склады.
ранения, где-то сохранить переоборотность сразу же. Сегодня отбирал память Степанович Маги, который был в Кукурсковиче. Мы с картоном, он памятник, насколько называется, потому что когда-то там был картон, конечно, страшный. А мы также посвящен второй борьбе с армией, которая под командованием Захарова освободилась. Он был странный кинец в нашей стране. Это за памятник, это 44 года. Это расшифровывается как 1944 год. 4 мая 44 года, ровно назад, в тот же пакет, это было освобождено с Ростоком. Потому что 9 мая здесь в Ростоке, это двойная дата. Очень трогательно, печально трогательно, можно сказать, с Ростоком встречает 9 мая. И слез не сверху. И ребята, военные отправились до центра города, а потом честный ветеран. На этот день наступают место в транспорте. С ними все фотографируются, у них медали сами прям аж просятся, чтобы это место подключить уважение в этот день. Для кого-то из ветеранов это место